По стелькам, понимаете, там стельки, виды, первая стадия плоскостопия, вторая, третья, и под каждую свои стельки. И это еще, знаете, никто не читает, на коробках все написано, кстати. Вы вот если откроете каталог фирмы, ну или там производителя, да, у него все четко, это под это, они прям описывают, но мы-то этого не читаем, понимаете. И еще мы не читаем, что они имеют эксплуатационный период действия, тоже как мы учитываем. Материалы, из которых это выполняется. То есть, ну, что это такое? Это может делать только группа инженеров, которые понимают, о чем идет речь, механику, кинематику понимают. Вот они это должны делать, а не врач, который должен лечить, понимаете? То есть механикой должны заниматься люди с техническим образованием. Вот. И потому я как бы против, что отдавали. Вот именно, особенно, посмотрите, Реутовский ортопедический завод сам делает индивидуальные стельки, понимаете? Он делает индивидуальные стельки, но это совсем разные, это не те стельки, которые тебе сделали где-то там, в кабинете. Вот. То есть здесь все-таки, наверное, нет, это все-таки зависит от тех специалистов, к которым вы приходите. Если там специалист грамотный, да, то не важно, что он сделал их индивидуально, да, они сделаны правильно. И он их будет корректировать согласно вашим ногам. Мы не захотели этим заморачиваться, мы сразу взяли стельку, которая сама по себе корректируется. То есть в ней есть супинаторы. Кто там из взрослых людей, помните, советские стельки такие были, сюда штучки такие вставлялись, выше, выше, то есть это коррекция была. Вот мы что-то подобное подобрали, ну, технически, да. И оно работает, то есть ты сам можешь сделать выше, ниже, но стельку-то делал не ты, стельку сделал завод, тебе дал корректоры, которые ты можешь вставить. То есть согласно там, ну, изменениям в процессе ношения, да. Но если это делает, ну, послушайте, кому, вот перед тобой стоит две разные стельки, да. Вот у тебя одна нога легла, вторая тоже чуть-чуть. И вот тебе что надо сделать? И эту чуть-чуть поднять, а эту прям нормально поднять. А тебе сделали, вот это лежит под эту такую. А когда тебе дали две одинаковые стельки заводские, они автоматом заставят обе стопы быть правильными. То есть геометрически обе стопы будут вынуждены находиться одинаково. То есть не будет выше, ниже. И тут ты смотришь индивидуальную стельку, а они прям визуально разные. Друзья, геометрия, да? Как вы хотите лечить симметрию асимметрии? Я не понимаю. То есть, ну это нонсенс, понимаете?